Праздник первой борозды – одно из главных событий для тружеников села. В этот день на полях Михалевской Нивы встречают администрацию области, города и района, руководители сельхозпредприятий. По традиции, перед началом посевной проводят старинный обряд. Семена попадают в землю из рук почетных гостей. Итак, посевной дан старт. У Михалевской Нивы наполеоновские планы. Во-первых, хозяйство готово к освоению нового. На полях засеют 100 гектаров гречихи. Плюс в этом году сельхозпредприятие объединилось с Химагро. Территории увеличились на 3000 гектаров. Расширился парк техники и штат. Зарплата людям должна быть тоже достойная, правильно? Если человек сегодня у меня работает 12 часов, у нас 10-часовой рабочий день, но по согласию работника и 12 работают, чтобы заработать. Михалевская Нива засеет почти 3000 гектаров яровых, около 200 гектаров бобовых и свыше 300 гектаров однолетних трав на корм. Для проведения кампании в оптимальные сроки все готово. Техника отремонтирована, люди рвутся в бой. Главное, отмечают в хозяйстве, бережно относиться к ресурсам. Ячмень прошел проверку на качество. Инспекция подтвердила, зерно чистое, без примесей и даст хороший урожай. В планах у хозяйства засеять 600 гектаров полей и получить больше 2000 тонн продукта. Экзамен на прочность начался. Здесь важен каждый погожий день. Самое главное сейчас для аграриев – поймать ту влагу, которая есть в почве. В Могилевской области предстоит посеять почти 400 тысяч гектаров яровых культур. Более 220 тысяч – это площади подозимые. Их в сравнении с прошлым годом увеличили на 5%. Мы понимаем, что в этом году будет востребованность на продукты питания, и мы делаем все необходимое, чтобы их было в достаточном количестве не только для Могилевской области, для республики, но и в целом для того, чтобы мы смогли продать за рубеж. Беларусь полностью обеспечивает себя продовольствием. Чтобы так было и впредь, АПК уделяют особое внимание. В этом году аграрии должны произвести 9 миллионов тонн зерна, 700 тысяч тонн рапса и 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Задача номер один – провести посевную качественно и в срок. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.